веру, что люди от Бога рождены равными друг другу. И только, как бы так сказать, придумки земные выстраивают некие иерархии. Потому что если вы не поймете проблему Бога, то тогда вы ничего не поймете. И в жизни у вас очень многое не сложится. Значит, я буду говорить об этой проблеме как физик, именно вот с таких. Потому что 15 лет назад, когда со мной начали работать вот системы свято-русского жречества, первый вопрос, который мне был задан, как вы относитесь к Богу? Ничего, кроме внутренней улыбки, у меня этот вопрос не вызвал. Так вот, на сегодня я вам скажу, что я человек глубоко и искренне верящий Богу. Но я никогда близко не подойду ни к одной церкви, потому что апофеоз безбожия – это церкви. Для чего придуманы церкви? Для того, чтобы люди не вышли на понимание вот системы мироздания и на понимание Бога. Я утверждаю, что истина состоит в том, что есть Бог, как надмирная реальность, единый для всех живущих на Земле. Вселенная устроена так. Есть минеральная жизнь, растительная, животное, человек. Но человек – это не венец мироздания в этой интеллектуальной лестнице. Над нами есть нечто, но это нечто нами непознаваемо, как непознаваемо с уровня растения животный мир. Так вот, это нечто едино для всех живущих на Земле, в этом и состоит истина. Ложь состоит в том, что нет Бога единого для всех живущих на Земле. Эта ложь разбивается на две лжи. Первая ложь, можете это пометить для себя, это очень важно, это материалистический атеизм. Материалистический атеизм. Первая ложь. Что это такое? Нет ни Бога, ни посланников Божьих. Вот мир, он чисто материален. Поел, поспал, там, так сказать, и все, на этом жизнь закончилась. Нет души человеческой. Мы утверждаем, что это ложь и обман. Значит, ложь номер два. Это идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Идеалистический атеизм. Это атеизм всех, без исключения, церковных иерархий. Для чего существуют церкви? Как только человек интуитивно, неосмысленно начинает искать вот эту связь, которая как бы нам вообще дано каждому от рождения, выйти на вот эту связь с высшим разумом, но блокируется с помощью алкоголя. Я не буду говорить о методиках, но схема блокирования вот этой связи, она идет через алкоголь. Если вы потребили алкоголь, то первые признаки вот этого ощущения контактов с высшим разумом у вас появится не ранее, чем через 3 года. На 3 года у вас блокируется возможность тонких структур головного мозга получать информацию извне с помощью торсионных полей. На сегодня это чисто физическое понятие, вы знаете, торсионное поле. Есть магнитное поле, есть гравитационное, есть ядерные поля. Но в 90-х годах физики поняли, что есть, оказывается, еще торсионное поле или поле сознания Вселенной. Чтобы мы на это дело не вышли, нам говорят, а, к Богу хочешь? Ко мне иди, бабки давай, я тебе все организую. Церковь – это брокеры, которые на идее Бога делают деньги. Любых вероисповеданий. Аллах, вы знаете, в переводе на русский язык – Бог вообще-то. Но чтобы люди не поняли, что Бог един, да, в переводе оставлено в Коране как бы, слово Аллах. Но Аллах – это арабское слово. Это все равно, что в нашем слове оставить слово «тейбл», когда в русском языке есть аналог слова «стол». А вот слово Аллах почему-то не переводится. Оно переводилось только в первых переводах. А поэтому Пушкин сказал, что переводчики – это подставные лошади просвещения. По ростовщичеству. Почему я вам говорю, что не поймете никогда по-крупному то, что происходит в мире, пока не поймете, кто и зачем написал Библию, Коран, что такое буддизм, что такое индуизм. Так вот, цитирую вам Библию. Библия – это концепция управления. Вот эта концептуальная власть, которая на сегодня зависла над нашей государственностью, это библейская концептуальная власть. А Библия – это концепция, изложенная в лексических формах. А что написано в Библии? Читаю вам дословно книгу Второзакония. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». Вот и все. Все примитивно и просто. Один, значит, дает деньги под процент, другой берет. А почему Коран на сегодня так опошляется и опорочивается? Да потому что если вы возьмете Коран, возьмете Суру 2, самую длинную, называется «Корова», и возьмете аят 275, можете пометить, значит, Коран сейчас можно купить, и это книга, которую, ну, если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шар. Значит, цитирую вам дословно, значит, по Корану вот давать деньги под процент – это лихва. Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им за то, что они говорили, торговля тоже, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его
Значит, Коран сейчас можно купить. И это книга, которую, ну, если которую не понимать, то тогда это не понимать, как устроен земной шар.